Всем привет! Сегодня 19 сентября 2015 года. Вот я себе пожарил шашлык из курицы. Сейчас буду есть. Как сам шашлык жарился на костре, не стал снимать, потому что, угли от дров стали сильно отпрыгивать, и мне попало на футболку, и прожгло футболку, и я подумал, что это, блин, не дай бог, что так на камеру попадет, блин, и камеру сожгет. И, короче, не стал снимать сам процесс приготовления шашлыка, а вот снял уже, когда он готовый. Вот. Сейчас буду есть его. Ну вот, короче, сложил я весь шашлык в кастрюлю. Сейчас положу себе кусочек в тарелку и буду пробовать. Вот, возьмем ножку. Вот она. Такая аппетитная. С пылу жар только что с костра. Прям пахнет так дымком. Ну что, будем пробовать? Ну, шашлык вкусный. Вот эти. В меру соленый, в меру специй. В меру специях он. Ну, немного специй. Как раз самое то. И прожаристый, сочный. Да, вкусный шашлычок. Блин, мне так обидно. Короче, когда разводил костер, там деревяшки стали трещать, и уголек отлетел от одной деревяшки и попал прямо мне на футболку. И главное, футболка новая. И сразу сделал две дырки, блин. Вообще, конечно, настроение немного испортилось. И моя любимая футболка, блин, новая футболка. И от костра сразу две дырки. Я поэтому и не стал снимать сам процесс приготовления. Потому что думаю, буду снимать сам процесс приготовления, еще, блин, не дай бог, на камеру попадет, еще камеру, блин, сожгет, блин. И думаю, сниму уже, когда приготовил. Ну так шашлык нормальный, вкусный получился. Ну если по пятибалльной шкале, ну наверное где-то на 4 с плюсом. Четверочка с плюсом где-то вот так. Сегодня погодка, конечно, вообще классная, супер. И поэтому и думаю, блин, надо шашлык пожарить, а то потом хрен его знает, какая будет погода. Погода может плохая быть, я думаю. И нифига не пожаришь. Так что, как говорится, куй железо, пока горячо. Надо жарить шашлыки, пока погода хорошая стоит. Нет, шашлык вкусно получился, твердая четверка.
Ну ладно, всем приятного аппетита, всем счастливо и пока.